Еще в октябре сотрудники госавтоинспекции сообщали, с начала года на дорогах Магнитки телесные травмы получили 10 юных пассажиров. Прошло всего 2 месяца, а эта цифра уже выросла до 13. Это значит, что родители продолжают нарушать правила перевозки несовершеннолетних. В целях профилактики утром в этот вторник прошел очередной рейд ГИБДД, на котором побывала и наша съемочная группа. Статистика правонарушений со стороны родителей действительно впечатляющая. Только в этом году к административной ответственности было привлечено более 1300 водителей, нарушивших правила перевозки несовершеннолетних пассажиров. Глядя на эти цифры, невольно закрадываются мысли о том, что главным врагом детей на дороге являются их родители. К сожалению, да, это спешка. Очень часто родители говорят о том, что мы торопимся в школу, что нам ехать недалеко. Вот это частые такие отговорки родителей. Либо еще зачастую говорят о том, что кресло в другом автомобиле находится, внезапно нужно было ребенка перевести на другом. То есть, ну, вот такие вот. Все понимают, конечно, что это ответственность, что это здоровье и жизнь ребенка, но допускают такие нарушения, тем не менее. Результат такого попустительства печален. В этом году, сидя в родительской машине, 13 магнитогорских ребятишек получили телесные травмы разной степени тяжести. Это и дети, не пристегнутые ремнем безопасности, и также очень часто дети младше 12 лет переводятся на переднем пассажирском сидении без детского удерживающего устройства. Очередной рейд показал, что все же большинство родителей подобной безалаберности не понимают и возят детей строго по правилам. Дети 5 и 7 лет купили кресло сразу, как родились. В общем-то, вот с детства с пеленок в креслах ездим. Ну, я, конечно, чувствую себя спокойно, и ребенок защищен. Я думаю, ни один родитель не просит себе, если с его ребенком что-то случится. Однако безответственные взрослые нашлись и в этот раз. Неся службу вблизи образовательных учреждений, в 8 утра инспекторы ДПС остановили вот такую веселую пару. В машине находились 2 человека. Из машины исходило запах алкоголя изо рта. Поэтому пригласил водителя патрульного автомобиля, чтобы побеседовать, чтобы понять, от кого именно исходит запах. При беседе с водителем было понятно, что у данного водителя исходит запах алкоголя. Водителем оказалась молодая женщина, освидетельствование которой на алкоголь показало удручающие результаты. На сейчас дыхнула 0,16? Но я не пила столько, чтобы у меня так показывали. Там за 50 уже. При норме 0,16 в крови женщины было обнаружено 0,63 промилле алкоголя. За что вас остановили? Документы проверяют. Документы проверяют. Скажите, пожалуйста, а утро насколько активное у вас было? Откуда едете? У нас допустимая норма 0,16. Водителю там грозит лишение водительского удостоверения от 1,5 до 2 лет и штраф 30 тысяч. Остается только порадоваться, что при таких непростых погодных условиях в машине с этой парой не ехал ребенок. Однако единственными нарушителями они не стали. В течение рейда было выявлено 11 водителей, которые грубо нарушили правила перевозки детей и были привлечены к административной ответственности в виде выплаты штрафа в размере 3000 рублей. Татьяна Артеменко, Владислав Гусев, телекомпания ТВН.